Так. Угу. Окей. Так, работает, работает. Да? Да. Хорошо. Обновим страницу, посмотрим, что-то как у нас вообще происходит сегодня. What's going to happen, everybody? Так, хорошо. Значит, что на сегодня? Давайте так. Раз уже написано, что моделирование, то мы, пожалуй, это и будем делать. Дайте-ка по-быстренькому запущу Макс. Запущу Marmoset и прочие такие там штуки-дрюки. При желании, конечно, нам можно переключиться на что-нибудь еще и попробовать. Я не знаю, там Resident опять-таки еще поиграть дальше. Resident Evil. Так. Ага. Сейчас у нас запускается все, короче. В прошлый раз, опять-таки, насколько я помню, мы пытались там запечь детализацию для шкафа. В конечном итоге это удалось. Ну, не максимально хорошо, конечно, но получилось. Поэтому сейчас будем там запускать, разбираться. Ну, при этом, конечно, нам понадобится еще ориентироваться на исходник. Вот я уже начинаю думать, типа, как это получше это сделать. Так, Макс, блин, виснет вообще не по-детски. А, Jesus. Saint Medium, привет. Если что делал, показываю сразу. Да, в принципе, я ни хрена не успел там сделать, но толком к максимум только запек карты на шкафе. Так, сейчас у меня пока все это дело загружается, короче, блин, господи, как же тормозит-то, а? Пора переходить, походу, на новый OBS, потому как там уже встроенный сразу чат и прочие дела, и там должно там снять нагрузку с оперативки. Так, Substance Painter сейчас пока еще запускается. И что же и? Значит, посмотрим, что у нас там было вообще. Так, где запек? В Painter'е запек. Marmoset, то признаться, сам не понравился вообще чудо. Так, короче говоря, что я сделал? Значит, я для того, чтобы избежать этих косяков с запеканкой, развалил на шкаф на части, типа раскидывал, бросовал все это дело. Ну и перебросил, получается, в Painter. То, что там за музяка такая пошла. Да вроде ничего так. Сойдет. Так, значит, что тут у нас? Painter, все дела, короче, да. Оп. Опа, есть. Так, из последних давайте сейчас откроем. Затекстурировать, короче, я так и не затекстурировал. Времени
не было нов, но карты, это, по крайней мере, я позапекал. Что позволит нам рисовать уже более-менее без проблем. Ну, я надеюсь на это. Так, что еще? Что еще? Надо позаботиться о том, чтобы у нас... Так, сейчас. Надо, короче говоря, разобраться с текстурами, которые должны быть на шкафе. Во. А поконкретнее, я бы такое, что поназначал их, просто взял сейчас на получившийся шкаф, но... Ну, перерисовывать надо еще, короче, брать. Надо переделывать, перерисовывать. Посматривать на цветовую гамму там и прочее такое. А еще как вариант. Еще как вариант. Давайте пока, наверное, сейчас Макс там закрою. О, господи, срач, конечно, на столе, да. Замечательный. Феерический просто. Так, оп. Что касается, кстати, изначальных текстур, шкаф у нас изображен. Изображен, по-моему, вот здесь. Сейчас посмотрим. Угу. Вот он родненький. Поэтому я так думаю, что ориентироваться по нему буду, но и перебирал я кучу там разных вариантов с материалами за вчерашний вечер там посидел с человеком еще запилили материалы плитки для пола, но надо еще дошлифовать. Так, пока что, то что мы еще хотим? Мы хотим, короче, посмотреть на материалы. Поэтому я закачал там целый пакован. И сейчас его туда и закинем. Так, где нам вообще все есть? Господи, ты боже мой. Так, вырезать. Ну, да. Я ж и пытаюсь максимально придерживаться исходника, ну понятно, конечно, что не получится все в той же мере, скажем так, сделать, но я надеюсь, что получится хоть приближенно все это вылепить. Так, итого, в упакован материалов у нас получился вот такой. Я накачал сайта Substance Share целый набор себе. И сейчас это дело будем извлекать, пихать в Painter, разбираться, что да как. Так, заменить? Да. Заменяй, короче, все. Заменяй меня полностью. Музяк? Как интересно, я не ожидал, что мы такое слушать будем сегодня. Но уже есть. Так, хорошо, значит, теперь это дело все рассортировать опять же по типу. Я хочу перебросить это все в Painter. А получится ли? Да, получится ли. В этом случае я просто кидаю на папку. А, погодите. Это все смарты, да? Это все смарты. Давайте теперь иду, наверное, все-таки на смарты. И переброшу уже туда все, чтобы бардака не было потом. Так, импортировать, куда импортировать? На полку. Во. Так, сам тебе сиди и сказал. Я долго, короче говоря, там слежу. Ну поскольку я поклонник некоторым Silent Hill, то я сижу периодически на иностранном форуме. Вот. Ну и буквально в конце прошлого года да, ребята вскрыли материал моделей и текстуры, и это позволило вытащить нескольких персонажей и локаций. Вот.
Что касается отца врагов, то пока непонятно вообще ничего. Ох ты, ни хрена себе. А вот и они. Во, вот они родненькие. Прогружаются пока. Хорошо, это есть. Теперь, что насчет вот этого всего? Во. Ну и, короче, я воспользовался их решением, так сказать. Забрал пакован. И сейчас вот там перебираю, сижу. Так, материалы. Да. Значит, попробуем сейчас это дело все залить сюда. Так, что у нас здесь? Undefined. Угу. Угу. Я так понимаю, тут надо, короче, типа назначать везде материалы. Хорошо, хорошо. А, так, не погодите, те генераторы. Вот, генератор сюда пойдет. Так, tiles. Материал. Так, тоже материал. Асфальт материал. Так, так, fabric. Ага. Так, пластик. Генератор. Так, опять генератор. Так, стеклянные блоки, гранит. Ну, так или иначе, что надо было заполнить те библиотеку, опять-таки, хоть уже не так страшно будет, но подбирать все себе, сидеть. Значит, что у нас? Так, base material. Так, а вот это вот сложно понять, что за граф, конечно, это самое. А пока неизвестно, ладно. Так, по идее, материал. Ладно. Так, тоже материал. Да. Пластик. Так, штукатурка, плитка, дерево. Так, краска на стене. Короче, wood base, wood board. Boardwalk, planks. Painted. Импортировать на полку. Все. Да, так, некоторые, да. Материалы придется выбросить. Ну, вот, ну, там один буквально. Не страшно. Вот. И я думаю, опять же таки, как нам бы подобрать такое, что-нибудь, чтобы наш шкаф был похож. Что если я пока что, может быть, не знаю, там создам чистую текстуру, экспортирую и в фотошопе наложу исходную текстуру, но после этого импортирую в Painter и по ней и начну рисовать, ориентироваться. Может это поможет как-то, чёрт его знает. Race Peace Day. Ну, здравствуй. Добрый вечер. Ах, как дела вообще? Так, хорошо. Значит, это у нас все есть. Я, пожалуй, на проект еще раз там сохраню, чтобы не пропали материалы, а то я забодаюсь их перекидывать. Во. Где-то так. Что нам еще надо? Ох, 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 тормоза какие, господи. Я так понимаю. А, ну понятно, использование диска на 100%. Так, у меня кэш забит. Твою ж налево. Так, а ну-ка сейчас. 299. Ага, получается, там диск C засран полностью. Оу, Сэбби! Хай! And how are you? Well, that was unexpected, you know. yes, they are. Well, I'm trying to create a texture for a cupboard. Yeah, I'm okay too. I finally got to my weekend, which is great.
Oh my god, it freezes so much. Never mind. All right. Anyway, what I'm trying to do here is to... Oh no. Don't tell me it's stuck. Please. Just when everything started to make sense. Ah, Jesus. Maybe I should just kill it. Wait a minute. Calibians. Oh, hi. Oh no, I made it crash? Well, no. It's okay. Well, I just have to restart the program. My RAM is not sufficient for that to kind of task, so maybe that's what causes the problem every time I launch it. Oh, alright, just let me restart it and we're good to go. Yes. Alright, so what about the materials? Are they there? Or are they... Well, I can see some. But okay, alright, let us begin. Oh, so I gotta think what should I use for a base. And my textures, where are my textures? Он дизайнер есть, да. Не добавлю, ну точно. Ну пока что то он еще не используется на полную опять катушку, потому что не все движки поддерживают опять-таки UDIM без дополнительных плюшек, так что это сам того. Anyway, what I was, where was I? I was trying to get my old textures for reference. Here they are. All right. Yeah, yes. All right. Edit. Well, open up. So here's the cupboard. I gotta cut it out, I guess. Let's make it just a separate image for convenience. And let's bring up the brightness. Oh, all right, so it's kind of, you know, purple gray material. I think it's wood, but I might be wrong. I'm sure this need is like Unity, but in virtual reality. Yeah, well, as soon as I visit your stream, I think I'm gonna see everything. Well, I'm looking forward to it. Дизайнер там старый, как разрешуха, там 2K стоит. Alright, so save it, and I'm gonna reopen it in Windows Viewer. Alright.
So, what can we use as a base? Let me check. Wood. Wood paint. Hmm. Looks interesting. Well, not so interesting. It's too old. All right. And what is your show? Yeah. Well, as far as I know, Sebi streams like 2 days a week. Am I correct? Oh, tomorrow. Yay. I'm gonna visit. I'm gonna definitely be there. Oh, okay, it's stuck again? Is it? Isn't it? Is it? I don't know. Oh, come on. Да, в смысле, какая я квартира? Не квартира, это, блин, это шкаф. Чувак. А. Don't tell me it's stuck forever. That's not what I was planning when I started the stream tonight. В Нарнию, да. Yeah. Oh, Jesus, man. It's giving up on me. I'm telling you. Well, maybe that's it. So because my disk is overloaded with stuff, you know. Yeah. Let me check what I can. All right, I can delete that, and I can delete to something else. Wood. All right, it's done. All right, 99%. Oh, all right, it's unstuck. Finally. What about smart materials? Is there anything I can use as a base? Oh, it's loading. It's loading. It's loading, boys. All right, I can delete that, and I can delete Python. Yeah, and that's it. Not so bad. And also I can delete this one. And what else? What else is so huge? My disk is crying in agony. Well, I guess nothing. Maybe I can delete this folder and that's done. All right. Getting back to materials. Well, all right. Так, при каждом действии. Ну да, да. Я в принципе, он уже сейчас это самое удалил. Тут просто сейчас идет генерация, получается, этих эскизов. И посмотрим, как оно работает. We'll be waiting for you, Sebi. Take your time.
Тем временем еще раз опять посмотреть надо, что тут залепить такого можно. Так, Мадоши строится. Ну, я так понимаю, из-за того, что то он сейчас помощнее там становится. Ну и плюс появляются баги, поскольку они постоянно что-то да, добавляют. Да SSD, господи, это не критично. Я подождать могу, ничего страшного. Вот. А из новых плюшек я насколько знаю, они наконец уже тихо слышно. Серьезно, что ли? Я, по-моему, вроде как это самое. На микрофон не трогал, у меня на месте там все осталось. Может из-за музыки или нет? Я черт его знает, чувак. Так, определенные материалы. Да не все, я хрен его знает, чувак. Тут не часто закидываем новое на что-нибудь, поэтому. Как знать. Так. Так, музыку вообще не слышу. Интересный момент. А если так? Так, ну давайте перемотаем, наверное. Так, Southless. Давайте поставим, вем, наверное, этот альбом опять. Поинтереснее будет немножко. Та слышу музыку. Let me spend time is a good time for to watch my stream tomorrow. Well, на Calibians. Так, ну, по-моему, мы нашли материал, который я хотел. Для шкафа он как раз подойдет. Единственное, что перекрасить надо будет по цвету только. Alright, so all I have to change is the color. So I'm gonna use where is it? Yeah. There it is. I'm gonna use the eyedropper tool to take the color from this texture. Alright. Да нормально все, не переживай. Так, еще раз. Looks interesting. Well, I guess that's yeah, that's the color. All right. And what about the wood? I'm gonna adjust the mask to make it less damaged. Dirt. Well, only any time it would be ideal for this deep night at your place. Well, yeah, you don't have to adjust. We can come as usual. Besides, it's Saturday, so we can stay up late in the morning. It's fine. All right. So what about the damage? I wanna adjust it. The painted color levels. Alright. Directional what? Oh, noise, yeah. Low party guys. Yeah. Well, anytime it's always a pleasure. I really enjoy visiting the streams
and chatting. Alright, so maybe I should just adjust, yeah, the mask. And can I rotate it? I need to rotate the material 90 degrees. Alright. Does it work? No, it doesn't. Something's not right. Size flow. Yeah, but I want you guys to be able to ask questions so that team members ask questions. Oh, well, same here. На маску. Ну, так это ж не дизайнер, чувак. Это ж пейнтер. Well, team members will be there to answer questions. Well, I'm wondering what kind of questions should we ask? Okay, yeah. Since the ordinary number was knocked out of the Radov. What? Are you on Twitch and trying to separate from the body? Wait a minute. This isn't just the ordinary that got snapped out of the Radov. What do you mean by Radov in the Caribbean? What is that? I'm trying to separate the body. Anyway, let's get back to watching Twitch, I think. That is possible. Well, last time I was almost asleep when I was watching it. But anyway, it was a cool experience. Too bad I had to wake up at 6 in the morning, and then I went to another city for my teaching courses, and that was hell. Alright, can I the contrast. But what about the rotation? Oh, there it is. Finally. Oh, just make it 90. All right. Okay, so what about the damage on the edges? Should I leave it, or maybe I should paint it out? I think I'm gonna paint it out. What about dirt levels? It shouldn't be that dirty, I guess. And the last part is the curvature mask. Well, yeah, I can paint it. Let me take my brush. Oh, come on. It doesn't work. All right. Yes, I've been saying you guys need to sleep. Maybe another stream is better for you guys. If I stream at 11 a.m. Pacific, Calibians, and could you look it up for me? Well,
I know it's rude, but I'm kind of busy. What about the feel? Blur levels? Levels? Yes, levels. Alright. That's more like it. Let's make it subtle. I don't want too much damage. Yeah. I don't know. 13 hours. Jesus Christ. All right. Let me take a look. 11. Oh god, it's so laggy. What is going on today? PST. To Kiev time. And that should be... Alright. Oh god, it's so long. Wait a minute, so 11 a.m. Is 9 p.m. in Kiev and 10 p.m. in Russia, you know. Well, in Moscow. But what about the other regions? I'm not sure about that. So midnight. Oh, dude. Yes, something like that. Alright, so I guess our color and our masks are good to go. What I want to do is apply another material, and I'm gonna paint some shadows. Yes. And somewhere I had a glass material. Yes, there it is. Glass dirty. Black mask, and I'm gonna apply it to this polygon. And it doesn't apply. Why? Yes. Did it. Okay. That's more like it. Be right back. Oh. Okay. No problem. 11 a.m. tomorrow. Caribbeans. Так ты еще и куришь, блин, чувак. Я не знал даже. Неожиданно. Так, еще один материал, который мне понадобится сегодня, это металл. Но опять же... О боже. Что за музяка пошла такая? Можно мне еще чего-нибудь? Ну, по идее, нормально пойдет. Окей. Возвращаемся обратно к текстурированию. Так, что меня смущает еще? Значит, по поводу шкафа. Может быть, я еще не до конца это разобрался с цветом. Потому как на исходной зимней текстуре оно, ну, немножко более там фиолетовое такое, но я думаю, это просто искажение в цвете. Ну, поэтому нечто там среднее подобрали, скажем так.
Так, ручки есть, значит, дерево для ручек, значит, надо будет использовать. Так, погодите. Не то. Так, дерево для ручек. Какое нам взять? Кстати, у тебя вполне себе ничего. Так, а ну давайте попробуем. Так, сейчас опять прогружается. Ну, слишком перебор с нормалями. Но посмотрим, сейчас поназначаю, но пока что здесь возьму. Так, не докрасил, да? Вот оно. Во! И, значит, что у нас теперь с ручками? Давайте посмотрим, чтобы я хоть понимал, что же я наделал-то. А, блин, увеличить нельзя же, да? Тут максимум. Почти максимум, и им дальше оно просто-напросто не протаскивать. Ну ладно, короче. Я постараюсь отсюда опять-таки рассмотреть получше. О, пойдет. Так, что здесь? В принципе, это выглядит уже неплохо, но надо будет разобраться с чем еще. Так, base wood. Что по нормальным? Ну, контраст поменьше сделаем. Так, нормально, то же самое, поменьше вообще, на минимум, это же полированные ручки, как-никак должны быть. Что если вообще их опять-таки вырубить? Давайте, наверное, хайд и нормально выключим, тупо возьмем. Так, bleached wood. Так, то же самое, там хайд и нормально. Ну вот уже куда не шло. Так, старый лак. Старый лак. А что лак? Что насчет лака? Texture and global balance. Yes. No. Yes. No. Yes. No. А зачем? Зачем мне многоканальная развертка, чувак? Так. Значит, что мне еще надо? Мне надо. Чем мне надо? Мне понадобится и еще и металл, короче. А что так можно? Ну, чувак. Если ты делаешь многоканальную, то второй у тебя канал по-любому уходит на лайтмапы. Если ты там перебрасывать потом будешь в движок. А я так с прицелом на это там, в принципе, и делаю. Поэтому... Но пока что то в этом смысла для меня маловато. Вот, сейчас работает. То чего бы нет. Для рендера этого хватит, а при желании этот там можно будет им запихнуть еще в этот в движок он какой-нибудь. Ух ты ж мать, то есть за ногу. Ну-ка давай. Ну посмотрим, попробуем. Каналы опять-таки выбирать на состоянии такой опции. Но честно говоря, я сейчас над этим заморачиваться не особо хочу. Что-то мне это самая лень. Так, Black Mask. Так, поехали. Значит, тут покрасим, там покрасим. И плюс опять-таки поднастроим сейчас с деревом, надо его сделать по цвету чуть не таким. Так, где цвет? А, вот цвет. Так, можем серым его сделать? Интересно было, один канал. Но опять же таки, да, но при этом ты второй канал же должен будешь...
на это самое освещение давать. То читает ли Unreal правильно это все, если бы я потом закинул это на третий канал, четвертый там и так далее. Прочитает ли он это там нормально, я без понятия, даже если честно. Но насколько я знаю, там перед этим же выходили игры, которые использовали UDIM. И для них приходилось использовать дополнительные плюшки для поддержки этого UDIM. Так, ну что я хотел? Там. Запарился, я что-то как-то на самом. Секунду, до подсвета надо разобраться. Так, basic parameters. Так, nasty. Нет. Так, roughness, wood rings, height. А вот он цвет. Да? Да, отлично. Ну, вот что-то там в этом роде мне как раз и надо, но может быть, не знаю, посветлее сделать даже. Ну, посветлее уже не так играет, опять-таки, потемнее, наверное, все-таки будем делать. Что-то вот такое, да. Ага, ага. Теперь, короче, что у нас теперь? Это дерево у нас отработало, это дерево нам не понадобится, потому что оно не пригодилось. Надо прицепить еще нам канал с прозрачностью, я так думаю. И для этого понадобится opacity. Сделали. Сделали. Так, dirt. Почему именно это сам такого? Так, ну сейчас. Так, я без него позвучен. Я скажу разные карты, когда я пробовал. Так, сейчас. Сейчас, парни, одну секундочку. Погодите. Я начинаю подтупливать что-то. Так, нам надо сейчас какой? Нам надо, короче, с альфой, на который шейдер. Чтобы опробовать все. О. Так, ага. Ну и стекло у нас вроде как нормально уже пошло. Так, различные мапы дефускать, максимум материал определения целой текстуре. Ну понятно, да. Есть такое дело. Так, что насчет прозрачности? Я бы такое, наверное, что еще поменьше сделал. Dirt. Ну, пускай такое будет. Стекло. Что по поводу стекла? Погодите. Так, сохранение, народ. Молимся, чтобы оно работало все. Так, ну, по-моему, стекло у нас получилось как надо, все работает. RTX хорошая вещь, но пока у меня на нее нет денег. Вот что думаю, как бы об этом. Так, хорошо, значит, дерево у нас есть, там слой, а этот слой у нас откуда? Ну, что это вообще такое? А давайте типа вверх его кинем и порисуем тогда на нем. Или я для надежности там создам еще один слой, давайте. Add mask? Нет. Nope. Так, самый обычный, давайте. И что я хочу здесь? Я хочу... порисовать хочу. Так, что там? Понты? Ну, понты не понты, но посмотри на последнее метро. Со включенным RTX и без. Освещение меняется кардинально, особенно его объем. Так,
Мы ж забыли про ручки, народ, ну сейчас. Дайте мне пару секунд разобраться. Stylized. Ага. Ну, может быть, но применяется уже как видишь в играх, и это там-то будет работать и дальше, мне кажется. Поэтому тут не избежать использования его. Так. И больше для других целей. Вот GPU рендеринг, да, он хорош. Так, хорошо. Покрасить покрасили, покоцать покоцали. Я хочу сейчас еще сделать этот самый. Грязь, короче. Добавить. И может быть есть там смысл использовать сейчас заливочный слой просто с грязью. Давайте попробуем. Так, смарт материал мне можно какой-нибудь сейчас использовать, не знаю, там dust или там dirt или еще что-нибудь такое. Вот dust есть. Окей. Dust. Почему она постоянно желтая? Не помню. Хрень какая-то, короче. Так, погодите. Что мы можем еще тут найти? Dirt. Ну, dirt, конечно, уже получше, но вот что-то подсказывает мне, что это дерьмище какое-то. Так. Dust dark, dust like. Хроники. Вот, а так, опять же, по-хорошему, мелкие элементы ты просто там на развертке тебе больше делаешь и все. Так, и что-то у меня повисло все, народ. Что произошло? Да ладно, не мочите. А, черт. Так, сейчас, парни. Надо, да, чтобы развисло все, короче. Недостаточно памяти. Охренеть. Понятно, короче. Сейчас, народ, одну секундочку. We're experiencing technical problems. Так, на старых картах не пойдет, потому что этот самый. Ну, имею в виду это самое, если это там реал-тайм, вы который в движках используется. Я думаю, тормозить будет, наверное, на дико раз. А второй момент, что я смотрел, чувак жаловался, что он не может посмотреть на эффект, то потому что там видео, но карта там ниже, чем 2070. Так, ребята, оно развисло, короче, но потерпите, пожалуйста, опять-таки, я дожидаюсь Painter, пока родит. Непонятно, что-то происходит вообще, короче. Мы, пожалуй, сейчас сохраним, наверное, на различные вкладки.
Ну, так и есть, да, это смело. Но пока что разрабы бы могут использовать только те, у кого поддержат это все дело. Так, закрыть вкладки. А ну, сейчас. Сейчас мы, наверное, опять-таки немножко проще сделаем. Давайте я повырубаю лишние те вкладки, потому что, я так понимаю, они память вообще жрут. Не по-человечески. Так, тем временем Painter у меня завис вообще. Я пока не понимаю, ничего происходит. Неужто оно все вылетело? Господи. Так, что Painter? Painter, короче, он влез на 4 там гигабайта оперативки, показывает, что работает, но на самом деле опять-таки пустое у меня окно сейчас вот, не пашет вообще ничего, зараза. Так, хорошо, короче, я пожалуй, наверное, сейчас его закрою еще раз и перезапустим. Так, снять задачу. Господи, ты боже мой. Что ж сегодня за стрим такой получается? Так, закрыть. Открыть. Кстати, там что там у нас вообще по микрофону, это самое, вы говорите, тебе плоховато там слышно там и все такое. Вот я думаю, что происходит вообще. Да, кэш он забит, да. Так, новая версия, так, нет, можно мне этот самый восстановить как-то это все дело? Судя по всему, нельзя. Да, я так понял, да, он, короче говоря, забил там то целиком весь диск и все засралось полностью, короче. Так, ну что там произошло вообще? Зависает, блин, все нахрен. Так, при этом, короче, я высвободил там 6 гектар для использования на Painter. Но. А есть это самое автосохранение у него, я думаю, или нет вообще? Так, Substance Painter Autosave. Так, погодите. А, ну-ка. Так, сейчас. Может быть, что-то из этого? Так, сортировка по дате. Так, к 21 на 2. А. Нет, нету. Так. Ну, 21 бесполезно нам вообще, короче. Открываем дальше, поехали. Так, ладно, по новой, короче, материалы мы тогда нашли, что нам закидывать, поэтому я постараюсь это дело побыстрее сейчас восстановить, но как долго оно будет работать? А, кстати, NTQuixel миксер. Было там сказано, что он бесплатный, но я знаю, что он использует материалы из отсканированной библиотеки.
Эти материалы им доступны на бесплатно или платно? Вот это меня интересует. Или это целиком просто там что загрузил и там играй себе, насколько влезет. Сейчас, парни. Сейчас, короче. Надо. Я, пожалуй, буду постепенно на проект он сохранять еще по мере добавления материалов, чтобы у нас не повылетало нахрен все. То целиком, короче, и бесплатно, да? И материалы, которые ты получаешь, ты можешь использовать, опять же, как тебе влезет. Так, сейчас, минутку. Так, открыть шкаф еще раз. Open up. Есть что-то платное. Ага. Вот об этом я и думал, как бы. Так, возвращаемся обратно, короче, к. Так, рисование. Цвет. Так, цвет. Бейс. Погодите, что-то не то. Но бейс можно, наверное, нам сделать и немножко по серии, скажем так. Так, это раз. А второе, что я хотел, это поменять цвет краски. И опять-таки поменяем сейчас на этот самый там серый, который был. Ну, кстати, вот это даже повеселее выглядит как-то. Что-то тут есть. Вот, даже так, наверное, сделаем. Вот, хорошо. Теперь опять надо сейчас поднастраивать все это дело. Гори оно, конечно, огнем все. Но что поделать. Так, channels mapping. Nope. Так, damages. Так, маска. Так, hardness. Так, нет, это не то. Так, white dots, да, green, dirt pass. Dirt. Тут надо это самое поменьше, конечно же, сделать. Теперь пускай оно будет чуть почище. О, особенно, so cool, I'm not touching the pieces. Well, the program has just crashed, so I have to restart my work all over again. Anyway, it's fun. All right. Noise and size. Wood fibers, I guess. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. And damages? What about damage? Can I hardness? Where was it? Balance. Yes. So the balance. Yeah. I'm gonna stick to that. Dark dots, white dots. All right. So the paint color, the curvature mask levels. No, it doesn't do anything. All right. It's fine. Paint color, a painted color. Hardness. No, it doesn't work. Well, all you have to do is just move the sliders. As your video card.
I guess it's still about levels, but somehow... Alright, that looks more promising. And what about the grunge? Balance contrast. Oh. Where was that? Setting that allowed us to adjust the amount of damage. Somehow I lost it. Wood grain, in color. Let us move right. From the very top. All right, paint color levels. Okay, directional, no, nope. 1060, the spread in Helios 100 gaming laptop. It's a laptop. Whoa. I never thought you could use a VR on a laptop. I thought it was not powerful enough. But it's great. And the paint color levels blur. Damages, I guess, and that's it. Balance. Dark dots, white dots. Where was it? No, it's not length. Nope. Noise, levels. Oh, come on. Are you serious? Well, yes, it's VR ready. Oh. Where? Oh man. Does anybody remember what setting I used to get rid of the damage? Oh. That's so stupid. Alright, AO dirt. Well, it's not dirt, right? It should be damage. Levels. Wait a minute. That's it. Finally. I can go on the beach. Well, yeah, I wish I could do that, but unless I get a laptop, I'm screwed. Alright, so let's get rid of let's make it less damaged at the edges, and that will do. The curvature mask, yeah, that's what I need at the moment. So less grainy. Maybe the fill should be... Oh, I get it. Yeah, I see. All right. It's okay, you know, more than me about VR. Well, you make VR. I'm gonna sell a kidney. Dude,
I thought about that too, but unfortunately, I only have one, so it's not an option for me. Well, жирный слой краски, да, он самый. Так, сейчас надо разобраться с курватурой вот этой. Так, my dots, their password fibers. Noise levels. Oh, come on, where are you? So many settings. Whoop. Nope. Courage. Oh, don't be so cruel. Nope. Dirt mask. AO dirt. Is it? Isn't it? No, it's not. Where the heck is it? Just as I managed to make it less damaged, I'm stuck. Yes, Abby. Well, that's how I was born, but it doesn't bother me at all. I can do sports and heavy lifting, and that's fine. Well, I'm totally fine, you know. Так, отношение дровидной исправить. Я имею в виду, короче говоря, вот эти те края, которые остались, их надо сейчас убрать. А это там делается сам через карту to curvature, но это само разобраться надо, как бы где она вообще застряла, все это дело. Oh, Jesus. Oh, hard. Oh. Ah. That's so sweet of you. Thanks. Wait a minute. Is that what I was looking for? Is it? Isn't it? Isn't it? I don't know. Dark dots. Well, definitely not an option. I have an idea. What if I just turn off the layers and see if it does anything? Base. No. Mm-hmm. I get it. So it's somewhere here. All right. Levels blur levels. What? Oh, what? Wait a minute. Okay. And yes. Did it? Да нормально, сантиметр, чё тебе, мало что ли? It's okay. Alright. Так, сейчас попробуем. Let me play with the settings. I wanna see if I can make it more believable. Mm-hmm. Blur. Intensity. Well, not so blurry. Ага. Давай два. Ну, если я узнаю, как, то пожалуйста. Я только за. Окей, let's make it less obvious. Uh-huh. Blur. Uh-huh. Fill. What about the fill? Is it necessary? Maybe. Well, wait.
What happened? It's gone. What did I do? Oh no. Oh no. It's happening again. Levels. No? No. Так, мутейшн. Так, сам красный все уменьшил. Ползунок есть в краске. А, I get it. Levels. Paint color. Ooh, black and white spots. Somehow I managed to screw it up. Так, как-то это будет там после компрессии. А как знать? Как знать, чувак? I don't know. Levels. Wait. What? Curvature mask? No. In color? Levels? Oh, interesting. Well, maybe I could use it. Lerp. All right. I'll just hit Control Z. It helped. Thanks, man. I needed that. Alright, so let's move on. I'm gonna save this damn project because if it crashes once more, I'm done. I'm just kidding. I'm a stubborn person when it comes to creating stuff. The shader goes here, and I'm gonna create a black mask, and I'm gonna apply the mask to this polygon. And here we have a mirror, which should become the glass. If I just lower the opacity. Oh, sad. Don't worry about that. It's fine. I'm just kidding. Glass dirty? No, it's not it. The base color for dirt should be more towards gray, and the base. Ah. I see. Opacity wasn't an option, so I have to use it. Yeah. Nice. What about dirt? Dirt level. Are there not many materials and masks in problem to use, or do you have to import them? Well, the program comes with a standard set of materials, which you can expand by downloading more from a substance share site. It's got a lot of
materials to use, and today I've imported like 20. What materials to use, and that's what we have. Well, there are two tabs with materials, and that's the first tab, and here goes the second one. The materials in this tab are much more simple. All you have to do is just apply them and to tweak a couple of parameters, and this tab contains materials that use special masks or images to make it more well, believable, I guess. Yeah. Так, за какие там шутки? Окей, чувак. Ты чё, у меня и без того уже это то промежутки там страшные творятся. Ты это сам не пугай так. Edges masking. Well, I think I'm gonna add a generator to this mask. And I'm gonna use my dirt light. No, nope. UV border distance. Ah, no, it doesn't work. All right. Might be helpful, but not yet. Mm-hmm. Oof. So dirty. Dirt level. Let's make it more subtle, I guess. Ты так смешиваешь? The Calibians is joking about me blending different materials. All right, maybe I should just scale it. Oh. Wait a minute. Maybe that's what I need. Edges masking. So the curvature. What generator uses in the curvature as a base? Aspel Legacy Mask Editor. And what does it do? Balance. I'm sorry. I gotta change the music. Well, it makes me sleepy. Just a minute. Well. Let's use Just a sec, guys. I know I'm taking a lot of time, but anyway. All right. That should do it. Clean that window. Let's call him. Well, the thing is that this cupboard is inside a cafe, which
you know, and hasn't been visited for a long time. So I guess it should be, well, not dirty as a pig, but, you know, just a little bit. A little bit of dirt can hurt, you know. Texture opacity? Ow. Oh, jeez. Oh! Can I do something with that? Radius. Ah, no. Alright, back to the old texture. All kinds of which I might. Well, I think maybe I should just to draw the dirt using the brush. Let's do it the old way, you know. Dry mud, dirt spots, moss? No. It's not so much. Wait a minute. It's close, but it's not what I want. Nope. Fur? No, it's not fur. Smooth noise. Sponge. No. Watercolor. That might do the trick, I think. Right. So let me switch to the brush and we all know that nobody cleans the windows in corners. So why not? Well, there we go, but I wanna, you know, let's just fill in the chest. Oh, come on, Calibians. Why? He's joking that I should to draw someone's butt, an oppressed against the class, you know. Well, why would I do that? All right, opacity, spacing. Well, and let's do this. Looks promising, but not yet. Let's make it a little less visible. Oh my god, Cleavius. Well, yeah, that's Calibians for you. Ah, man. All right, so I'm gonna just move along the perimeter and make it dirty. Maybe I can, you know, just put some random spots here and there. And I also might want to change my brush to make it more realistic. What else can I use? Dirt splat. Oh, geez, no. Maybe, yes, no, that's too much on the concrete. Well, maybe that might work, who knows?
I never thought this playlist will be that good, you know. Well, somehow I like it. Nope. Too much. Well, I guess that's it for the glass, and let's save our project. I'm learning about glyphs. погоди. He says that if someone pressed their butt against the glass, it would crack. So maybe I should draw some cracks in it. But I guess that's too much. All right. So what else? I wanna continue with the wood. I wanna draw some shadows and dirt closer to the bottom. Oh, wait a minute. The handle, yeah. We were trying to make a handle and then it gave up on us. Wood? Yep. That's it. Oh, please don't die. Phew. Well, I see that. I'm a cannon type. I can see from it. And I'm saying always show the positive side. Well, yeah. That's who you are. I'm just kidding. All right, the black mask. But wait. That's not the wood. That's not the wood I wanted. I wanted to make it more smooth because, you know, handles are usually polished. So, what else is there? It's too fresh. Chair wood, leather, fine, hardwood. No. Too harsh. Varnished. That might be it, but that's not what I used the last time. Well, it seems like, you know. Alright, let's do this material. And somehow it's, you know, it looks great, but the dents are creeping me out. It's okay, it's fine. Save? Oh, dude, yeah. I'm saving. I'm hitting Control S every time I try the material. Wood M. Where is the color? I need the color. Is it the color? Oh no. It's not. Is it the color? Oh. Well, it's kind of interesting, but that's not what I was trying to do. Oh, come on, just give me the gray wood. I need it.
in my life. Nope. Oh. Okay. All right, height. Everything is about height and roughness. But somehow I cannot find the color of the wood. It's strange. Oh, gee. Oh. Wait, what? Did I say this? Something weird? I'm sorry if I did. Well, I tend to mumble nonsense at times. Black mask. All right. And let's paint the handle. There we go. All right, so the handle is done. And the last material I was about to apply was steel painted, but not clear coat, the stylized one. Somehow it doesn't look too good. Stained, aged. All right, just not. Oh yeah, I know the feel, bro. I know the feel. Rubber? No, it's not rubber. Dark. Gun. Painted. Well, it's stylized. Well, I definitely remember applying this one, but somehow it's too, you know, shiny. Wear scratches, base metal. What about the color? Oh yeah, there it is. All right, so everything is painted now. And what about the shadows? Let me check. Well, yeah, if anybody's experiencing lags or anything, yeah, just try refreshing the page. Maybe that would help. Baked light. No, it's not. Masks. Is it masks? No. Where was it? Oh man, it's been so long since I've painted anything. Tools, baked light. No. Definitely not it. Oh, come on, stop blocking, man. Stop blocking it. Oh, yeah. That sounds better. As a guitar player myself, I hate when someone strokes it too much, you know? It's like boasting. Look what I can do with my plectrum. Oh, come on, where is it? Jesus. It should be somewhere. Well, I'm looking for a material that's called
baked lightning, but. Add a fill layer. Maybe I should add a generator and. Is it here? Huh. No, it's not. No, it's not. Damn. I definitely used it before. But somehow it's gone. Where are you? Oh, it's in filters. Jesus. I thought I would never find it. Something else coming in. It seems you both can learn a lot. Well, and Calibian was asking if one of you will learn to speak English or Russian faster. All right. Sounds high. Maybe I should increase the intensity. Mm-hmm. And the sound color will be white. What else? By the way, Sebi, how's your Russian? Would you like to learn something else? Last time, I think we were learning the word pirashki, but somehow it was spelled wrong, but it's okay. AO radius. Well, it doesn't do anything. What? All right, so let me see. Curvature intensity. Smooth. Yeah. Is it? Isn't it? AO. Привет. Да. Нет. Ты красавчик. And what about пирожки? Well, that was fun. Just tell us how to spell that new word. Well, it was the last one. Pirozhki. All right. So it's pronounced pirozhki, and that's I don't know how to explain what that is. Let me find a picture for you. Just a sec. Oh man, so delicious. They look so appetizing. Jesus Christ. Well, from my experience, we usually cook or fry
I should say пирожки with no potatoes and meat, especially liver, yeah. Oh, the food, yeah. So these are пирожки with potatoes and meat, you know. And they are gorgeous. Oh man. All right. Oh, this looks good. Yeah. And tastes better, you know. I would love to cook some on my weekend. All right, so let's go back to painting. I was about to apply some dirt on the edges. So I'm gonna create a layer. And I'm gonna use the mask. What? The potato and chocolate. Chocolate. Oh man. All right. So what was I doing? The masks. Yeah. So edge rust, edge scanner, dust, subtle, stained, soft. Well, I only need dust occlusion. There it is. All right, so let's adjust it. Yum potatoes. Yes. Ну пюре шоколад. Oh, yeah. And the Caribbean says that you could also learn the words for mashed potatoes and chocolate. But chocolate is simple. It's chocolate, chocolate, and mashed potatoes is well, I guess it's a French word, and called un puree. So here are. Some new words for you. All right, dirt level. Maybe I should make it, you know, darker. Yep. Mhm. And what else? I should also use the contrast. Yeah. Mm-hmm. Grunge man. Whoa. Look at that. Well, that looks not so bad, you know. I'm gonna use it. Yeah. And grunge scale. The scale should be oh yeah, I like that. Edges masking. I should save. Oh man. All right, the dirt level. Well, yes, no, yes. Mm-hmm, yeah, that's it. Шоколад. Перо не знаю, как написать. Well, I'm not sure.
how to spell that either. But maybe we can figure something out. Okay, what else? What else? What else? What else? Another layer. The last one is more dirt. But this time it's gonna be just the color. So let me try it. And the mask, and this time it's gonna be ground dirt. Oh, come on, don't die. Whew. It's not dead, finally. I've saved it, dude. I did it. Anyway, thanks. Okay, so the black mask. And once more, the mask editor, the balance. Mm-hmm. Well, maybe I can change the color to something more interesting. Yeah. Looks like damage, but anyway, it's an old cupboard, so why not? Yeah. Mm-hmm. All right, it's done. Save one more time. Done. All right, time to export our textures. Oh well, I'm gonna use Unreal Engine setting, and I'm gonna put my dilation to default to background color, and I'm gonna use 8 pixels margin, and I'm gonna export it in 2K. Yeah, why not? Why not export it? Finally. Ooh. I thought this would never end, but we did it. And now let's assemble our cupboard and use the textures. I want to see it in just a moment. Run Marmoset till back. And let me import the modal. All right, so it's high, it should be low. Yeah. Yes. And what about the textures? I'm gonna use new material, and I'm gonna apply the textures. Well, base color goes here, then normals in this slot. Wait a minute. Oh man. All right, so let me just re-export it. Something went wrong. Unity Metallic. Done. Exported.
And done. All right. Back to Marmoset. Base color. Albedo. And then normal. Uh-huh, yeah. Then goes occlusion roughness metallic. Well, it, is it? Isn't it? Yeah. Let me just change it to metalness. All right. The gloss goes away. Comes. And what else? And transparency. Cut out. Is it? All right. And let us change the sky, and because it doesn't represent the final image. Oh. All right, something's wrong. Metalness. Gloss. Too glossy. And the dirt. Oh man. What about That's it. Sam. Hi. How are you doing? My man. All right. Render. Use GI. G.I. Joe. Alright. That doesn't look too bad. Or does it? What do you say, boys? And girls? Да нормально. Это мы работаем, сидим. Пилим тут, короче, всякое. Ну, в принципе, уже запилили. Лена, шкаф у нас приготов. Можно сказать так, что получилось в целом лам-таки неплохо, мне кажется. I guess it's done, but the last part is to remove this stuff. Give me the brush, please. Oh, come on, really? What do you mean? So it's this one. Выходные. Ну да, это самое. Я как бы и рад, но с другой там стороны мне надо писать еще эту саму работу научную. Ну, поэтому, скорее всего, выходные у меня пройдут за этим занятием, что, конечно, плачевно. Well, I was saying that I have to write a scientific paper for my courses, and it seems like it will take up all of my weekend. So I might be not around for a couple of days. Stay strong. What about the balance? No? Nope. Oh, come on, it should be easy.
But somehow it's not. Brush pattern. Random mode? Off. Random mode. Off. Mm-hmm. The scale. Well, yeah. This one should be better. Export it. 8 pixels, maybe 4. Standard metallic. All right. And has anything changed? Yes, it has, finally. Работа какая? Ну, это самое. Иногда да, написать выпускную работу, короче говоря, для курсов повышения квалификации, которые я прохожу еще на получение более высокой там степени, там, скажем так, преподавательской. Alright, it's done. And I'm happy to announce this cupboard ready for export. Так, хорошо. Значит, это там часть у нас все. Значит, с моделькой мы разобрались. Я бы такой, что перебросил туда еще и этот самый. И прочее все. Поэтому здесь мы можем заканчивать. Так, это есть. Дальше, значит, проект сохранить, save it, and close it. Так, ну и пару секунд, ребятки, сейчас я этот самый, пока тут запущу 3ds Max и продолжим разбираться со следующей моделью. Может быть, сегодня мне надо будет сделать этот самый. Настойку там или еще там что-нибудь из этого. Вот. Moving on to the next model. I'm gonna pick another object from the scene and start remaking it in high poly. In higher quality. Без повышения не останусь, потому что во-первых, меня там жаба задушит, если я не напишу работу эту несчастную. А второй момент, как бы, кто как не я повышение это получить должен. Но опять-таки, это не в доктора, а в... нападаться решил. Это там та курсы повышения, они проходят у каждого преподавателя до тех пор, пока мы не достигаем там, скажем так, высшей на степени. Ну то есть на текущий момент я преподаватель в второй категории, там и через пару месяцев я получу первую категорию, но после этого там идет уже там старший, по-моему, преподаватель. И там что-то еще, короче, такое вот, там заковыристое. На шкафе останется? Что тебя не устроило, чувак? Там, рассказывай. All servers okay. Bye. I'm back. So, are you going or are you back? Well, I'm not sure about that. No. Oh, so
You are away, but you're back. I get it. All right. Meanwhile, the cupboard is finished for today, but maybe I should get rid of the stains. They give away the magic of texturing. So yeah. Так, текстура. Но Saint Medium, ты расскажи хоть это самое, где что тебе не понравилось тебе, а то я не того, короче говоря, не допру. Alright, oh god. Congratulations, the Max has crashed once again. All right, another round. Here we go. Well, what do you say we switch to playing some game? Would you like that? Or should I continue with my modeling routine? Так, and the program is almost ready to go. Okay, open up. Ну, погнали. В плане опять же поиграть или по моделить, а то ты постарайтесь отвечать это самое так, чтобы я хоть понимал, что происходит. Так. Open it. А, порубить чуток? Хорошо, во что рубить тогда будем? Пока что то поставлен это самый резидент. Мы можем порубить его, опять попробовать. Shall we play Resident Evil? Так, Саня, сейчас все хорошо, не состарено, и что там в игре происходило, но типа шкаф я на деревянном должен быть. Ну, представь, что он из фанеры, чел. Ну, по крайней мере, опять-таки, если он сейчас открыть текстуру, да? То посмотри, опять же таки, тут даже не показывается сам ни волокна, ничего такого. Я попытался это воспроизвести как покрашенное дерево, потому что ты видишь, он здесь есть, он скол небольшой, да? Здесь, получается, по краям какие-то та потертости есть. Поэтому древесина здесь так сильно напахнуть, скажем так, не должно, да? Вот. Поэтому я покрасил его так, взял. Вот. Ну, а там не знаю. Но, по крайней мере, он хоть немножко похож будет на исходник. Alright. Так, что там у нас вообще произошло? Когда все меняется, типа шкаф я... Так. So, are we playing or are we modeling? Make your choice, please. I wanna know. Так, and isolate. And I'm gonna make everything visible. Oh geez. Кстати, опять народ, кто знает, да, дошло. Ага. Угу.
Так, значит, что у нас теперь? I like the model. I'm just listening because I'm working. Oh, I got it. No problem. Oh, great. It's like a podcast, you know. By the way, I was wondering, and how should I write my last name for English speaking people to pronounce it properly? Somehow everybody ends up pronouncing it like Likany or something that. Or something like that. While the pronunciation is Lichani. All right. And this goes away. Well, let's compare the models. All right. Oop. Oop, 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 oop. The flat color should be the way to go. Alright guys, and let's try our texture on this model. Done. And what's that? What happened to the... Excuse me? I guess it's the old model, so... It doesn't look too good, yeah. Well, here's the old cupboard and the new one. Can you spot the difference? Yes, we can. what about opacity? Maybe I should just the glossiness. No. Opacity, make it visible. No, it doesn't work. Oh, anyway, there's our model. I think it turned out not bad, but it might be updated in the future. All right, and да, блин, такими темпами я до пенсии не допилю, чувак. С резиком это самое. Там так, кстати, проект у меня был. Это самое. У меня есть еще локации с Resident Evil Survivor. Вот я подумал о том, что можно попытаться переделать еще их, то заняться. А что мы можем переделать там в следующую очередь, я вот думаю. Давайте, наверное, на столешницу попробуем сделать. Вместе со всем этим делом, короче, мы изолируем сейчас ее. Вот. Ну, по идее, да, должно быть просто, но там черт его знает, опять как оно получится сейчас. Так. Да, в принципе, опять-таки, что тут переделывать? Здесь просто присобачить фаски и продлить, наверное,
на это сам стенку вот эту и все, и это то и будет как раз уже ну типа хай поле, потому что то ну, сильно искажать я не хотел бы это все дело. Хотя посмотрите на это там дело все, да, это тут довольно на приличное разбиение такое для получения места на текстуре. Интересно, конечно, сделано. Но как думаете, стоит ли это там дело сейчас подсократить? Я к тому, что половину там сделал. Сэм, тут есть человек, которому не понравилось, поэтому пока не ух еще. Так, хорошо, значит, давайте так, я по новой создам бокс, поделим его сейчас, наверное, на сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, 10 частей. Ну, напополам поделить может взять. И затекстурировать, а потом уже просто там раскидать. Хотя тени от телевизора, я вот думаю. Запекать, не запекать. Ну ладно, пускай так будет хотя бы. Alright, let's begin. And it's done. I'm just kidding. All right. Let's split it in half. In half. Half? A half? What's the pronunciation? This is it. На вкус и цвет. Ну, скажем так, я понимаю, да, что это не самый лучший, скажем так, вариант получился. Но я попытался. Так, что мы опять-таки нижнюю половину. Ну понятно, что вот эти полигоны нам не понадобятся в принципе, потому что они будут в стене торчать. Задний полигон. Ну, может быть, пригодится, если я захочу туда переставить камеру. Поэтому, наверное, вот это оставим. Просто затекстурируем и сверху, и снизу так же, как и было. И при этом, значит, создаем еще плоскость. Так, не работает опять создание идея плоскости по-человечески. Почему? Потому что надо сбросить. Понравилось? Ну, я рад, конечно. Ну, с другой стороны, люди, которые не часто 3D-шку видят, как бы, да, они впечатляются больше. Ну, поэтому черт его знает, теперь хорошо или плохо вышло даже. Так. Что-то не то. Да, блин, не передвинуть, блин, создать. Just create the plane. Так, хорошо, значит, и поделим пополам, да, по ширине. Да, получилось. Это позволит нам что сделать? Да, в принципе, все что угодно позволит нам сделать. Давайте сейчас... налепим парочку фасок еще там дополнительно. Я что-то там не помню, мне Макс там завис он что ли или как? Вроде бы нет. Так, бокс есть, плейн есть, и encounter можно скрыть, но так, просто play мне оставьте. Вот. Так, что по музыке там? Вы не поверите, у меня комп сейчас не реагирует на нажатие мышкой. Что-то страшное происходит, и я начинаю уже переживать, как бы.
притормаживает сюда. Стоит отлучиться, и это тоже что-то лепит. Да, просто это самое, там, стоечку купередил. Ловим по-быстрому. Я думаю, мы как бы получше ее запилить прям. Так, давайте сейчас, наверное, еще фаски накинем сюда. Растормаживайся, давай, ну чё? Господи. Судя по всему, у нас опять-таки все зависло, вылетело, не работает. А, заработало. Странная вообще вещь, блин, этот Макс. Так, опять-таки накинем чемфер. И попробуем сейчас это дело подстроить. Так, значит, на сантиметр. Так, tension. Tension. А, да, надо поменять с шейдинг, иначе, в принципе, не пойму, что происходит. В принципе, вот оно и есть, как бы. Угу. Так, пойдет. Ну и поскольку полигонов не так уж и много, я думаю, что запекать не понадобится ничего, пускай так будет. Просто затекстурировать и все. Так, а раз так, то... Сейчас мы это дело будем чехлить сидеть. Перво-наперво развертка. Надо сделать надрез, и я его, пожалуй, сделаю по этой стороне, потому что он будет у нас с противоположной стороны от камеры. Так что можно чудить. Так, есть? Есть. Да попробуем использовать pelt. Ага. And that worked. Finally. Так, то же самое. Start pelt, stop pelt, relax, take it easy, and done. Так, сейчас, ребятки, надо что-то подумать. Что-то я призадумался, короче. Ага, у нас ограничения по углам нет. Так, есть, хорошо. Maybe I should... Yeah. Relax it. Whoa, что? What happened? Oh, come on. Somehow my technology is giving up on me tonight. Fascinating. Ну так, парни, сейчас надо там выяснить, где находится отца, с какой стороны шов. А, ага. Flip. And just let's make it whole. Isaac, make us whole. Make us whole. Mm-hmm. Oh, come on. Don't be shy. Погодите, у нас тут не
не так уж оказывается все и ровно, как должно было быть. Что плохо. What if I just copy and paste? Will it work? Nope. Oh, Sebi, I gotta go. I'm watching you. Well, it was fun talking to you. Well, I hope I will get to visit your stream soon, and thank you for coming, and see you next time. All right. Так, парни, возникла у меня такая идея. Я половину ночи, наверное, на это самое отсобачу, тупо возьму. И раскопирую оставшуюся половину. And that's our point. Ага. Yeah. See you soon. It should be, you said 11 a.m., so, it's, let me check it again, 11, oh, wait, yeah, 11 a.m., it should be 9, no, Wait a minute. Oh man, that converter is just, you know, it sucks. Alright, Russian chart. Not Pacific. No, it's not what I want. What the hell? Time, looking at time. And can I do it? Anyway, I'll be there no matter what, so you don't worry. I'll figure it out. And clone to element, and I'm gonna rotate this element 180 degrees. Wait a minute. Once again, and it's done. Okay, looks fine to me. All right, and what about this texture? Oh, come on. What is wrong with you? Mm-hmm. Edit poly, unwrap. Так. На Калибенс, ты пока что можешь пересмотреть этот самый? По времени, во сколько нам тогда приходить надо будет? Ну,
по московскому и или же по киевскому там времени. А потому что что она сказала, это самое 11 a.m. да, то есть имеется в виду, получается, это самое утро. Вот. И у нас это, по идее, под вечер там будет. Да в смысле, что происходит, Лёд? Ты посмотри, у меня это самое. Не работает интерфейс, блин, тупо, и все. Хоть стреляйся. Что происходит? Что за хрень? Ох, парни, короче говоря, сейчас мы это дело ладно разворачиваем, накрасим и пойду, наверное, поиграю. Что-то как-то... То вообще. Вот не работает и все, хоть... что за... Так, ладно, короче, перезапуск. Ага, и перезапустить дает мне. Не дает. Так, что, не развисло, не заработало? Нет? О, мэн. А, но при этом... Там ползунок именно вот не работает, посмотрите, что происходит. Там то кнопки пашут, но ползунок нет. Почему? Господи. Так, ладно, перезапуск сейчас и разберемся с вами. А по поводу шкафа, я не знаю, конечно, на пятна на я скорее всего его поубираю, потому что они прям выдают сильно все. Ну, по крайней мере, на дверях. С боков это не так заметно все. Ну и, пожалуй, вот эти черные пятна на тоже посношу. Короче, чем более-менее сделаем чистым его все-таки. Что-то из этого. Так. Или же давайте так, наверное, на сейчас разворачивать уже... Честно говоря, не хочется уже как бы без 20-12. Я думаю, ну пора бы позаниматься чем-нибудь еще, а то прям застряли мы. Застряли на моделировании. Так, что мне интересного есть? Значит, давайте подумаем. The Perfectionist у меня есть. Есть три, короче, игрушки, которые я не проходил. Но я понятия уже не имею, а о чем они, опять-таки, проходить их или не проходить сегодня. Хрен его знает. Так, давайте опять-таки просто... Так, поменяем категорию сейчас по-быстренькому. Готово. Так, обновлю страницу и проверим, что у нас и как вообще будет там. Ничего не поменялось. Замечательно вообще. Панелька не пашет как надо. Так, обновите информацию. Перейти на канал. Обновить страницу. Сейчас, парни, одну секундочку. Да что за хрень? Да. Ну, я так понимаю, оно поменяется, наверное, но не сразу, что ли?
что-то сегодня подозрительно как-то это сам. Я же говорю, у меня тут техника, короче, байкод, наверное, на это самое обновляет, и я начинаю париться. Так, еще раз обновить. Так, переходим на канал, там смотрим, что у нас с чатом. Не поменялось, ну и хрен с ним, короче, ладно. Хорошо, давайте так. Что мы можем сейчас такого запустить? Может быть, там что-нибудь даже на PlayStation, как думаете? Так. Значит, сейчас, ребятки. Надо посмотреть, что вообще у меня осталось-то. Более-менее интересного. Так. Ага. Окей. Так. На PlayStation 1 у меня есть что? Ну, кошмар какой-то. Хорошо, полезли в Steam. Посмотрим, что есть в Steam. А то я, блин, что-то вообще как-то... Update. Jesus Christ. Ага, так, ну, так, скидки на игры от Square Enix, ну, часть игр, которые я хотел, у меня есть, кстати, надо это убрать, наверное, из этого, да, так, Anthony Chat, what, чего тут только нету вообще. Да хватит кидать мне это самое, анимешные игры, блин, чё происходит? Так, а что еще мы можем? Мы можем, короче, по идее, так, specials, может быть, взять? 50%. Половина. Так, 389 гривен за Final Fantasy. Вот, я думаю, качать, не качать, или потом, да, в принципе, это места-то под нее сейчас нету. Ничего качать-то. Так, Deus Ex. Уже куплен. Слава тебе, Господи, хоть деньги не потрачу. Life is Strange, нет. Нет, спасибо. Больше я не хочу это. Так, Chrono Trigger, воу. 114, а чё так дорого-то? Вы издеваетесь? Это же жим-ром, перенесённый тупо со SNES на ПК. Чё за хрень? Издевательство. Так, 85, оу! Sleeping Dogs, 56 гривен. Ну почему бы и нет? Я не откажусь, уже давно хотел попробовать ее. И тут нас сейчас там забанят за сиськи всякие, да? Так, а что? Ага, понял. Так. 56 гривен, ну да. Да, давайте пока. Ну, чувак, опять же, ну, такие жить
в Украине не ты понимаешь, он сам как бы, да? Так, погодите, я не могу купить для себя. А почему? Так, you're on. В смысле, Лея, это сама... Не понял. А, у меня уже куплено, что ли? О, видишь, как... Нормально, короче, покупаю то, что уже есть. Я забыл вообще даже. Ну, проц хороший, но... Ага. Ну, я не играл, не знаю на этот счет, конечно, на хороший надо до процессора или нет, но пока у меня работало все прекрасно. Secrets of Mana. Ну, это так, когда-нибудь куплю. Final Fantasy 8 у меня уже есть. Это прекрасная игра. Ты про которую из них? На Sleeping Dog или это сам? Или про Февку? Так, The Turing Test. Так, что еще у нас есть? Так, Steins Gate. Оу. Погодите, это не игра, это аниме просто, да? А, понял. Так. I'm 911 operator. Нет, я уже там забодался всех спасать. Так, третья там Final Fantasy тоже пока что wishlist пойдет он у нас. Так, четвертое то же самое. Посмотрим, что у нас вообще такое можно прям за копейки купить. Растрачиваться это псина, сейчас у меня как бы нет денег, так что я не буду. Так, на пак. Ну, так у меня уже половина их выкуплена. То просто то покупать он целый пак сейчас это не. Не могу. Так, Lost Sphere. А, погодите, погодите, погодите. Я вспомнил. Я же качал мод на Half-Life под названием The Citizen. Вот, я хочу его опробовать, опять-таки. Так, где он есть вообще? Citizen. Так. Где-то у меня, короче говоря, это со мной завалялся. Так, так, так. Ло-ло-ло. Так. Да ладно, нету что ли? Скачал, по-моему. Так, ну сейчас в поиск там забью, короче, попробуем. Citizen. А пока там ищется, давайте поедем дальше. Что у нас еще? Так, Deus Ex еще не играл даже. Ни разу ни один. Поразительно. Так, Fear Effect, седна. Ну, кстати, можно прикупить, типа, пока на скидка кам 90% я это самое заберу, пожалуй. Так, Just Cause, ну, честно говоря, я не поклонник. Извиняйте, но того как бы. А, понятно, короче, только так. Ну ладно. Поехали. Так. Ну, просто там мне, скажем так, не очень заходят игры по типу песочницы, скажем так. Так, specials еще раз. И, по-моему, мы были уже на третьей там странице, да? Так, четвертая страница. Зив. Вот, кстати, я еще не играл Зив.
Но пока что сейчас еще не очень хочется. Devil Engine. Чё? О, боже, нет. О, нет. Dying Light. Нет. Это Кейн Линч. Вот. Это я в коллекцию уже давно хотел. 18 гривен, конечно, на чё бы нет. То забрать надо себе. То Кейн Линч, я помню, я то покупал еще диски, получается, когда это все продавалось. У меня до сих пор еще лежат, да, которые купленные, но на самом деле пиратки. Понимаете сами, почему. Так, это у нас есть. Ну, я в лицее работаю, я преподаю. Чё? Я же таки покупаю, да? Ну, понятно, что покупаю. Я не все там, скажем так, да? Но если есть возможность там, то почему бы нет? Так, четвертый Tomb Raider. Давайте, наверное, на тоже его прихватим, пока там скидка какая большая. И я там как раз увидел краем на глаза еще инфра. Так, продолжим пока на покупки. Давайте сейчас этот самый. Так, дайте мне specials, опять же таки. Была там страница, по-моему, или 6, или 7 уже. Сейчас, короче говоря, туда это сам долистаем. Инфра. 121. Ну, блин, конечно, нам хотелось бы вообще ее за дешево купить, но на самом деле игрушка вполне себе хорошая. Пока что добавлю, наверное, в лист, а там посмотрим. Если она подешевеет еще, то конечно же заберу. Так, ЗП 5К, если том 5К получается вместе с подработками всеми. Но поэтому не густо, но, скажем так. Но поскольку я на себя это трачу, то хватает опять нормально все. Так, hard reset нет. На что у нас еще есть? Так, Shotgun Legend. Так, Black Home. Ух ты. Что-то такое прям вообще. А стоит ли вообще? А ну давайте опять-таки посмотрим, что из себя вообще представляет Black Home 2. Я прям не знаю. Заинтересовался что-то. Ну, я в принципе это люблю, это самые игры, сделанные на RPG Maker. А здесь такого нету даже. Вот лол. Вот лол, короче. Ладно. Возвращаемся дальше. Так, ну, Tomb Raider 5. Angel of Darkness. Ну давай, опять-таки, коллекция, раз уже пошла, то почему бы и нет. Тем более там скидка приличная довольно. Так. Я согласен. Целых 36 гривен, господи, боже мой. Что я буду есть? Что я буду пить? Так. Specials. Поехали дальше. Так, третья была, пятая была. Погодите, погодите, погодите. Не туда нажал. Седьмая уже, по идее, да? Угу. Так должна быть. Medieval Steve. Так, стартап. Что у нас еще здесь есть? The Lesbian Prison. What the hell?
Не покупал, честно говоря, аспиратель. Ну, я пытаюсь, короче говоря, это освободить место на винчестере. О, кстати, омикрон. Надо попробовать, опять же таки, это же Дэвид Боуи. И тем более это же Quantic Dream. Создатели Fahrenheit, там Heavy Rain и еще там куча игр. Так, Purchase. Так, это есть, значит поехали дальше. Specials, и по-моему там уже у нас 8-я там страница, сейчас мы нагребем, короче, по полной, да? Нас скажут опять-таки, Евгений Юрьевич, вы куда вообще там зарплату тратите? Ну, скажем так, я стараюсь на то, что на подработку, как заработал, опять же, пустить на свои нужды, а на то, что это самое. С основной зарплатой ты там уже родителям помочь, там все такое, короче. Так, The Dark Occult. Нет. Чё? Чего? А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. А это самый видос есть? Чё за хрень? О, гад. Ну, в принципе, такое можно наиспиратить, конечно. Ну, десятку не жалко, но это та, в конце концов, у меня не останется в коллекции. Не та игра, скажем так. Так, а чё по музыке? Чё произошло вообще? То, где музыка? Ну, допустим, так что-то. Так, дальше поехали. Значит, ага, постов уже и так есть. Так, Chamber of Darkness. Что у нас еще? Instant Death. Ой, боже, кубики. За кубики платить не буду. Urban Chaos. Оу. Да, это я еще помню со самого времен первой PlayStation. И я такой штуку куплю, наверное, пожалуй. Так. Ну и вот получается, как бы да, те игры, которые у меня закачаны, но занимают до хрена места, я просто покупаю периодически раз, не знаю, там в пару месяцев. И просто сношу пиратки. Пускай оно висит на сервере, это самое, и не занимает места. Чего я париться должен на этот счет? Ну и плюс, опять же таки, кинуть китак правильнее немножко. Так, wishlist. Но пока еще нет. 45 это там многовато. Ну, я еще, наверное, на максимум на сотню где-то накопаю и хорош. Crime Girl. О боже, платформер. Нет. Blood Omen Legacy of Kain. А, это та, которая с PlayStation 2. Кстати, почему бы и нет? Пока что можно, не знаю, добавить. Или не надо. А, черт его знает. Что здесь еще есть вообще? Так, погоди, а это у меня откуда?
Я покупал, что ли? Не помню даже такого. Ну ладно. Если купил, значит есть за что. Так. The Town of Light. В принципе, давненько как купить ее, конечно, хочу, но еще. Еще не поспела. Так. Evil Come. Clicker. Господи, опять же. Это что? Нет. Нет. The Darkest Woods. Что за... Так, нет. Не в моем стиле, точно. Так. Макеран. Так, что еще есть вообще? Dick Wild. Господи. Blind. Ну понятно, опять же головоломки, там эта хрень вся с шейдерами, короче, нет. Все повторяется. Все повторяется, короче, чего под копирку. И вот отыскать действительно там что-то интересное, вот это уже я не знаю даже. Undefeated. Понятно. Так, Long Journey Home. Ну, красиво, но я так понимаю, это та просто леталка, что-то такое. А погодите, а предыдущее, последнее, да, там что было? Так, The Dark Eye. Типа квест. Так, спать. Выходные. Я пока не знаю, ребят, нигде. Если я почувствую, что я не успеваю написать научную работу, то придется пропустить. Посматривайте, короче говоря, на странице. Вот сейчас покажу. Так, загрузится это только дело, да? Все. Давай. А, блин, оно не грузится. Сейчас, короче, браузер еще раз открыть надо. Ну так вот, на странице это самое. Вот, где написано объявление, короче говоря, посматривайте, что пишу там, и поймете, тем будет или нет там что-нибудь. Во. Поэтому где-то так. Продолжаем. Элис. Так, нет. Six Cubes, нет. Путин Land. Господи. Кто это создает? Ну, а так, конечно, да. Спокойной ночи, отдыхай там, давай. Заходи, если что. Будем рады всегда. Посидеть, потрындеть. Так, Thick Light. Нет. Leaves. Я думаю, мы пересмотрим целиком там все или нет. Так, Night of the Rabbit. Я, по-моему... Ага, помню это дело все, короче. Так, Black Guards. Опять, короче, визуалки всякие. Господи, Хентай университет. Кошмар какой. Infested Nation. Black Home. Так, понятно, на основу это самое мейкер, но что-то мне не очень хочется. Run, Naked Woman, run. What? Escape game. Так. Johnny Rocket. Ну, такое, короче. Так, I was here. Так, Steins Gate, опять же таки, киборосный контент, но я так что-то и не понял, на куда она вообще идет. Что творится на стриме, господи? А что творится на стриме, Сэм? Ну да, это сам... Без смс-регистрации, как бы.
Так, Noise качать я не буду, опять же таки, то так себе игрушка, если честно. Ну, красиво выполнена, но она не отполирована вообще никак. О, оригами делаешь? Ай, лол. Но кого лепишь там сейчас? Так, Falcon. Urban Justice, Outbreak. О, нет, я помню эту хрень, то проходил Макс, блин, я плакал, там сидел тоже, блин, вместе с ним. Настолько паршиво сделанная, блин, игрушка вообще. Ну, красивая, опять-таки, но и проблема, Маш, в этом, как бы, да, получается, сам человек делает ты красивую игру, но при этом она не того вообще. Phantom Brave. О, блин, когда-то я ее закачаю, но не сейчас. Вон, бабочек. А? Вон он даже как. Sample to the music studio. А, кстати, тебе надо будет, наверное, попробовать тебе писать музыку там с помощью этой ерунды. Я пока что добавлю в это самое. Wishlist. Дальше поехали. Сейчас мы переберем тут все, короче, к чертовой матери. XXL. Чего? Так, Road. Homeward. На пустые локации. Ясно. Так, Reencounter. Нет. Не по моей части такое. Что еще есть? Gym Simulator. Ну, по-моему, я это там где-то уже видел, там, где ты приходишь покачаться в итоге где это самое. FL писать? Я, кстати, пытался, но я до конца не расчехлил ее, так все-таки надо попробовать. В идеале я хочу себе, ну, прикупить цифровое пианино или хотя бы клавиатуру Кумиди опять хорошую. Ну, в районе, там, скажем, в 8000. Она попадалась там какая-то мне это самое. Том забыл, как называется уже, ладно. Вот. Но понятно, что цифровое пианино начинается от 20 тысяч, получается, и выше. Но поэтому на это подсобирать надо еще, конечно, очень долго. Но то я в принципе отказываюсь, но верить, что это нереально на прямой зарплате. Смотря на что расходовать деньги, да, это самое. Если вот не покупать ничего там на Стиме, там не тратиться на вкусняхи всякие там и так далее. На простой еде пожить, то чего бы нет. Как говорится, bare minimum. Так, меди развить навык уже и продавать. Ну, потому что этот самый. Я походил как-то этот самый в музыкалку к нам. Ну и сказали мне, что у меня сильные пальцы. Потому что я мог, получается, играть, не уставая. Вот. Но поскольку музыкального образования у меня нет, я только могу имитировать там что-то. Ну, в том числе и на гитарке. Так что там дело такое. Отмазка, приезжающая домой в 6, когда меня. Ну, я понимаю, да. Я как-то не неделю, в принципе, не успеваю ни хрена этот самый. Вот эти поездки дурацкие. Я же уже рассказывал, как я это самое ездил на этот в командировку там. Да, по-моему, рассказывал, да.
Господи, Гачимучи здесь уже тоже, да? Voxel Race. Так, late at night. Ну, понятно уже, к чему это все. Так, Blockstorm. Что-то какие-то там детские, блин, вообще там штуки-друки продаются даже. Yesterday or Origins. Я так понимаю, это там визуалка какая-то, наверное, да? Или нет? Ну-ка посмотрим. Так, очень захотел на фотопе научиться, возможности нет, а для того, чтобы писал, надо бы новый пианинка. Ну да, да, не помешает как бы. О, кстати, это самое, микроидс. И Pendulo Studios. Ага, понятно, пазлы, короче. Ну, блин. Ну, я мог бы пройти, но при условии, что сюжет подходящий. Но пока не уверен на этот счет. Open Sewer. Чего? Что за... А ну-ка, давайте посмотрим. Закидывай. Ну, опять же, таки мы посмотреть этим придется потом, потому что если я подключу сейчас еще и VPN, то все развалится тупо, короче. Так, что здесь вообще такое? О, гад. А знаете чё? Знаете чё? Возникла у меня тут идейка одна. Давайте, наверное, сейчас я это дело и качну. А, да. А, она уже и в Стиме даже есть. Ничего себе. С каких-то пор опять уже продавать и начали. А, это новое. Понял. Это новое. Так, продукты, пожалуйста, мне это самое. Так, это так. Где она вообще есть? Так, сестры. О, господи. Сейчас, парни, я пока не вижу учета, потому что просматриваю страницу с игрушками. Так, hard time. Так, reviews. А закачать-то можно? Да ладно, вы гоните. Так, сейчас. Так, ага, по-моему, нашел. Ну, по-моему, нашел, но подозрение у меня есть, что сейчас вылезет какой-нибудь это самый вирусняк там и наподобие того. Ну да, что-то подозрительный сайт. Ага, еще и установка пошла. Да, нет. Нет, товарищи, я на это не поведусь. Хорошо, давайте так. Значит, сейчас я пару секунд. У меня она где-то есть. Но надо отыскать. Так, hard time. И возвращаюсь обратно к чату. Угу. Да нормально, ничего страшного. Так, сейчас. Но пока у нас там идет сейчас с поиски, я продолжу, пожалуй. Так, опять-таки. О боже, чё?
Так, Love is Strange. Франц Кафка. Нет, спасибо, не хочу. Со школой его терпеть не могу вообще. Ничего себе, блин, Неро до сих пор еще продается. Обалдеть. Ну, перекинул. Спасибо. Ну, посмотрю обязательно. Так, к Magic's видео. А, Deluxe. Ничего себе, цены, конечно. Проверю, конечно, да. Послушаю, посмотрю. Что там? Что там, да как там? Так, получается, это сам VR, типа. Нужен. О, блин, у меня нет VR, господи, народ, вы чё? Так, LSD. Ну, понятно, это не то LSD, которое хотят. Так. Ну да. При желании ты можешь шум писать, типа продавать музыку на нам различные на видосы. Сейчас опять-таки создатели контентов в почете, скажем так. Так, Escape the Pacific. Так, и все-таки я вот не могу, блин, успокоиться, это самое. Неужели нельзя вот то закачать игрушку-то? А, не, погодите, я ее нашел. Есть. Отлично. Хорошо. В этом случае тогда мы музыку того, наверное, сейчас вырубим и запустим то, что надо. Запустить. Это должно быть весело. Ну, при условии, что опять-таки захват работ это будет. Сейчас, парни, а ну-ка. Боже, переехала все-таки. Так, сейчас где-то так, наверное, сейчас понизим, подгрузим. О. Ну, есть такое, да. Restart Steam. Gonna be alright. Oh. Oh, блин. Так, сейчас, парни, сейчас. Так, захват игры, пожалуйста, отдайте мне. Так, можно мне это самое не full screen, а в окне? Так, сейчас, ребят, я знаю, что ни хрена не видно. Потерпите, типа, пару секунд, перенастроиться надо. Научи, покажи, расскажи, да. Так, понятно, то придется показывать рабочий, да, это в смысле так. Твою ж мать. Так, сейчас окно надо снять. О, блин, господи, чё происходит вообще? Everything is gonna be alright, but not now. Твою ж мать. Так, сейчас, ребята, одну секунду, значит. Я пока что, наверное, вырублю, потому что, блин, это то жесть, короче. Так, где этот самый? Есть тут
Так, hard time, то запустить в окне можно его и нельзя. Сейчас попробуем. Потому что не захватывается прям зараза. Так, Windows. И попробуем сейчас. Так. Characters, data. Нет. Не то, не все. Так, еще раз. Еще раз попробуем. Проклятие. Так, сейчас, короче. О, боже. Так, все хотят легких денег, а чтобы это хорошо делать, на цене не повысить, на свой любить. Согласен. Абсолютно согласен. Так, все-таки. Hard time. Windowed. Mode. Так, можно мне оконный режим запилить как-то хотя бы? Так, hard time 3D для Windows. Так, как? А, тут даже фикс есть. А ну-ка сейчас. Сейчас, парни. Значит, что там за фикс? Что за бред? Так, понятно. Короче, это не фикс, это просто этот самый обманка. А, это 3D. А как нам зафорсить-то этот самый? Так, ну, Ctrl F. Так, а что еще? Так, а, так, window, а написать надо. Сейчас, парни. Что-то прям вообще тут. Я же говорю, у меня сегодня не это самое, весь стрим работает через задницу как-то. Что-то такое. Господи. Не, это пипец, конечно. Это меня захватывает вот... вообще прям что-то. Так, а что еще тут есть? Ну, принудительно масштабирование нет, а там захват. Ну полноэкранного приложения. А ну-ка сейчас, если так. As gameplay. Здорово, да? Да, нормально все. Так, ничего не видно, да? Ну да, ничего не видно, конечно. Блин, обидно. Обидно, потому что показать игрушку кому-то хочется очень, а вот как показать, вот это я не знаю даже. Так, что здесь еще есть вообще? Так, использовать переходчик, сместить начальные читов, но... Так, расширить прозрачность, ограничивать частоту кадров. Блин. Не, ну это страшно, короче. Я не могу, блин, это сам настроить. А, погодите, давайте попробую поискать сейчас.
Может, уже кто-то справлялся-то с этим всем делом. Так, черный экран, да-да-да-да. Не, ну подстава какая-то, слушайте. Хорошо, ну попробуем. Попробуем, короче говоря, это сам посмотреть еще раз. Так, а, есть тут фан-группа еще даже, да? Так, посмотрим попозже. Так, Hard Time on Steam. MDKEY. More. Да, в смысле это все, что ли? А, нет, нет. Так, Couch Eats Mouse. Links. А, кстати, Team Wrestling Empire. А хотя нафиг, не. Так, ага. Понятно. Понятно, понятно. Понятно, что ничего не понятно, короче. Так, это закрыть, это убрать, это открыть, значит, и еще раз. Инструкцию, ну, почитаем, давайте. Так, так, turn bends. И хоть сказать, вот никаких вот нету прям этот сам настроек, да, вообще? Data options. Graphics? Нет. Hard time? Нет. Так, понятно, это не то. Так, Weapons World. Ну, понятно, это уже модели. Но все-таки. Так, а что если использовать разрешение через зоны оформления, масштабирование изображения при высоком разрешении экрана? А поможет ли это? Я не знаю даже. Без понятия, короче, народ. Ну, последний раз давайте попробуем и посмотрим, сейчас пойдет, не пойдет. Ой, господи. Не, короче, что-то вообще это самое... Так, дикие творятся вещи просто. Да, вам скажу это сам. Так, захват экрана, захват окна. Чат. Так, опять-таки, ну-ка. И вылетело нахрен все. Понятно, короче, не поиграем сегодня. Не получится у нас. Но раз так, то продолжаем сейчас, короче, возиться со Steam. Расчеклимся там. Да? Закрыть. Паршиво, конечно, вышло. Ничего не скажешь.
Так, заход окна нам не требуется, нам просто сейчас надо это самое повозиться по спешалам, посмотреть чудо как. Давайте, наверное, что ли, с конца пойдем, что ли? Так, Michael's Cursed. Чего-то только нет. Так, а можно еще поднастроить как-то по этим самым, по скидкам? Так, headsets, так, language. Нет. Что-то непонятное вообще, короче. Ладно. Угу, так было. Ладно, поехали дальше, назад. Так, ага, понятно, на Tomb Raider везде, короче, ну, типичное там, стандартное все это дело. Мышка у меня что-то там в последнее время, блин, запоролась как-то. Не прокручивает нормально ничего. О, блин. Ладно. Давайте типа полезем, наверное, сейчас в библиотеку. Погодите, это сам. Апдейт. Что за апдейт? Что произошло тут у нас? Так, на костюм. А, костюм, понятно, значит. Апдейт paused. Ну, давай. Что там у нас вообще с загрузками? Давай. Вот опять-таки. В смысле? Понятно, короче, ни хрена ничего не делаем. Так, поехали обратно. Эх. Новая дорога. Одинёк. А. Ну да. Так, а почему я не могу... Games, пожалуйста, вот. Хорошо, поехали по играм. Значит, что нам еще надо? Так, Terminal 7. Ну, что это, рискнем. Посмотрим. Ах, это будет... Это будет ужасно, наверное. Угу. Ну вот, получается, короче, не подходит для людей там с эпилепсией или слабым сердцем. Terminal 7 — это последняя стадия рака. В английском, но поэтому вот где-то как-то так. Так, сейчас, парни, надо разобраться с браузером, потому что я что-то там тупление стреляю, почему он не показывает ничего нормально. И что происходит со вкладкой? Так, ладно, короче, сейчас по-быстренькому перезапущу браузер. И после этого продолжим. Иначе, чем
Музыка у нас будет бесконечная, опять-таки, играть непонятно зачем. Тем временем у нас пока тут сейчас запустилось. Начнем пока новую опять-главу, то пускай она подзагружается и приступим потом. Так. Твич, пожалуйста, мне на место. Надо поставить уже G23 OBS и не заморачиваться, наверное, с чатом. А то браузер раскрой, это посмотри, это то напиши, там все такое, короче. Братья Марио. Ага, идея, короче, Винни с мой канал Лавайн Сас. Так, побег из крепости. Good luck. Oh. Ну, плоскогубцами я открыл этот самый. На камеру. И я смотрю, там что-то темновато. То вас. Давайте я, наверное, сейчас накручу яркости побольше, а то. А, где-то так хотя бы сделаем. Возвращаемся обратно. Ну, потому что я, если честно, ни хрена не вижу. Ничего происходит вообще. Если кто живой остался, напишите в чат, пожалуйста. Чтоб я хоть знал, что я тут не один. В этом коридоре. Так, ага. Ага, я нашел ключ от тюрьмы. Я так понимаю, надо, да, сейчас идти обратно как-то разбираться. О. И, кстати, я смотрю, там это сам звук понижен сильно. Вот теперь уже должно получше быть. А куда идти-то? Не, погодите. Ключ у меня-то есть? Есть. Что-то ни хрена не вижу толком даже. О, боже. Темно, как не знаю где. А, погодите. Все уже, что ли? Я это сам назад не вернусь?
честно говоря, пока непонятно, что происходит и куда здесь идти. Ну. Так, я так понимаю, тут. А, ага. Окей. Заперто. О, боже, нет. Ух ты. Wake up pills. О. О. Окей. Блин. Том с Доты. Нет, Том, звуки не из Доты, парень. Те, кто то проходил в свое время Марио и Half-Life, те знают, что это таймная карус отсюда все. Так, значит, ящики. Ящики неспроста, наверное. Да? Ну, это хорошо. О, боже, нет. О, боже. Ай! А, вот оно что. Свершилось. Кто-то не рассчитал. Похоже на кафетерий. Я, честно говоря, вообще ни хрена не вижу, ничего происходит. Оу. Ни фонарика, вообще ничего нет. Я дупля не дам что-то это самое. Ну, куда тут идти вообще? А, пройти никак нельзя, да? А, получается, двери открылись, поэтому я могу теперь обратно пойти, да? Угу. Оу. О, да. Так, сейчас чуть-чуть пониже, наверное, все-таки. Ах ты ж зараза. А, мне плохо получилось. О, нет, дюд. Окей. Ни хрена себе. Понятно, короче, я труп. Да, блин.
Так, один готов. Так, понятно. Это жестко. А почти одного уже ушатал. Давай. Так, но придется но сохраняться по 100 раз. То сдается мне. О, нет. Так, еще раз. Хорошо, посмотрим, куда нам теперь идти. Может быть, вот, ага, если я буду оставаться в тени, то меня не заметят. О, нет! Да, в смысле ли? Я был спрятан. О, нет. Вот выход. О, нет. О, нет. Рашит. Рашби. Ох ты ж, господи, что творится-то? Так, понятно, походу... Не пробраться, короче. Так, музыка что-то вообще прям жесть какая-то, да? Давайте типа меньше, наверное, сделаю, а то зашкаливает что-то прям. А, так выломали, все, наконец-то есть. Ничего себе.
Блин. А, вот как она должна быть. О, нет. Ну, наконец-то. Это кошмар какой-то, если честно. Я не ожидал такого от мода. Так, пройти сюда нельзя. В тенях-то это самое. Так, понятно. Короче, я труп. Давай уже. Блин, запорол. Да, что-то вообще прям. О, нет. А тут еще крутить надо, блин. Не, пацаны, я не могу это играть. Жестко слишком, конечно. Так, хорошо, но пора, наверное, на все-таки заканчивать уже час ночи. Я не хочу опять проспать полдня, чтобы не это самое, не выполнить то, что я запланировал выполнить. Поэтому спасибо вам, что приходили сегодня, и я напишу дополнительно еще на странице, проводить буду или нет, короче говоря, посматривайте с новостями. Ну, а на этом все, всем пока и спокойной ночи.